Ну, что будем заказывать? Что вы нам посоветуете? Ну, у нас все прекрасно. Что вы предпочитаете? Я котлетки рыбные. Ну что, тогда принесите нам рыбные котлетки. Нет, вы меня не поняли, я их дома ем. А вот рыбный суп очень неплохой, недорогой. Я вам так скажу, если так все у нас пойдет, страна-то рухнет. Беда. Пойдет мор. Меня поняли? А народ потенциально огромный. Огромные силы народ. И пропадает. Вы меня поняли? Вы знаете, принесите-ка нам водки. Ужас. Кто-то сказал, что он сегодня не придет. Жутко поссорились тогда. Помнишь? Нет, не то ли даже ты книжку мою потеряла. А ты потерял ее, потому что читал в сквере на лавочке и заснул. Заснул, читая Солженицына. Ты можешь это представить себе? Аня, ты же сама знаешь, я никогда не любил этого Солженицына. Это твой тяжеловесный лексикон. Вот в этом весь ты тяжеловесный. Потому что ты всегда искал легкости в отношениях с людьми, в книгах, я не знаю, в чем там еще. Вам бы уехать отсюда. И чем скорее, тем лучше. А я не могу. Не будет вам здесь добра. Не могу. А что, собственно говоря, происходит? О чем вы? Мне кто-нибудь объяснит? Подожди. Ну, погоди. Слушай, где твоя мать? Я понятия не имею. Ладно. Тогда скажи мне, кто такой Александр Ларин? Ларин? Без понятия. Наш герой присаживается на корточки у стеночки, и он видит, что он видит? Он видит пачку наших сигарет. Он поднимает пачку наших сигарет, и вдруг все мгновенно начинает преображаться. Нет, ну не то чтобы... Нет, секунду. О, кофеечек принесли. Нет, секунду. Не то чтобы мгновенно, знаете, так постепенно, как это, компьютером, все начинает преображаться. Жена превращается, ну не то чтобы даже жена, а становится сразу такая длинноногая красотка. Рядом с ней он. Он в белом костюме. Понимаете, да? Мне кажется, в смокинге лучше. Лучше? Смокинг. Да, кстати. А почему бы нет? Да, в белом смокинге
А тут и город начинает преображаться. И город. Дома становятся красивыми. Кругом ездят прекрасные машины. Мерседесы там всевозможные. Ну что еще? Тут я полностью, конечно, доверяю вам. Полностью доверяю вашему художественному вкусу. Как был ты, Митя, тупой, так ты тупой, Митя, и останешься. Да фигня все это. Угу. Это пустячок, Митя. И на этот пустячок дают 40 тысяч долларов. 40 – это хорошо. 100 – еще лучше. Только то, что он предлагает, это ерунда. Угу. Да, Митечка, ерунда. Только это очень большие деньги. На эти деньги можно сделать несколько толстых каталогов. В том числе и тебе. Этим заниматься стыдно и скучно. Белые смокинги, ангелочки в джинсах, яйца в шоколаде. С компьютером. Бред какой-то. Этим заниматься стыдно и скучно. Стыдно. Деньги стыдно зарабатывать. А жить за чужой счет, Митечка, не стыдно? У меня ничего не получится, извини. Найди кого-нибудь другого. Да уж, конечно, найду. Ну, извини. А прав. Да пошли вы все! У нас был такой маленький дом деревянный. Огород, и вот однажды отец привез маленького поросеночка, понимаешь, совсем крошечно. Мне лет 8 было, я с ним игрался целыми днями, в постель к себе его затаскивал, мы там визжали, кувыркали. Потом мы все-таки выгнали его. Ну, лето прошло, осень, вот уже осенью поздно, я прихожу как-то из школы, смотрю, двери открыты. И ты представляешь, этот поросенок здоровый уже, боров осенний, он сам зашел в дом и пытается забраться на эту койку, где мы с ним когда-то игрались, понимаешь? Передние уже лапы туда положил и пробует. Потому что человек не должен быть один. Потому что необходимо быть нужным кому-то, чтобы тебя ждали, чтобы помнили о тебе. А что у меня есть? Две шлюхи в доме и один бездельник. И сам алкоголь. Водки. Да. И сам алкоголик. Сейчас тебя окончательно расстрою. Я ухожу из дома. Ну давай, давай. Давай, Митя. Ты что же думаешь, Маша за тобой побежит? Нет, вряд ли. Потому что в наше время мужчина без денег – это не мужчина. И Маша, в отличие от тебя, это очень хорошо понимает. Она вообще хорошо понимает. Я смогу нормально зарабатывать. Чем, Митя? Вот этими своими картинками? Этой билибердой музыкальной? Чем зарабатывать? Митя, если мы сегодня работаем, то мы работаем. А если нет, то я пойду. Не, мы работаем. Лежи пока. Митя, ты никогда не будешь иметь столько денег, сколько смогу тебе дать я. Мне столько и не нужно. Конечно. Потому что не знаешь, что такое в наше время деньги. Деньги в наше время – это все. Это власть, свобода. Власть мне нафиг не нужна. Свобода у меня есть. У тебя? У тебя есть свобода? Ну что ж. Ну тогда живи как хочешь. Если у тебя есть свобода. Тогда я пошел. Если у тебя есть свобода! Свобода! Я не искал себе тогда другого дома. И не а он в городе. Наш драгоценный супруг.